В июне Всероссийское добровольное пожарное общество отметит юбилей. К 130-летию ВДПО состоялся конкурс среди журналистов на премию имени Владимира Гилеровского. В номинации «Лучшая телевизионная работа» первое место занял корреспондент телеканала ЛРТ Богдан Колесников. Он подготовил сюжет «Их будущая профессия – спасать жизни». Государственный инспектор городского округа Люберцы по пожарному надзору Александр Борздов и специалист управления образования Вероника Орлова поздравили нашего коллегу. С этим поздравляем и от всей души поздравляем творческих успехов и Богдан. Самое примечательное, что это был его первый репортаж здесь у вас, и мы вручаем ему этот торт. Конкурс проходил с сентября по декабрь 2021 года. В нем приняли участие 59 журналистов из 20 субъектов Российской Федерации.